Вашему вниманию представлена грузовая тележка, прицеп для велосипеда под названием «Везун-1». Особенностью конструкции тележки является наличие дополнительного прицепного устройства на дышле, которое имеет возможность разворачиваться на 180 градусов в плоскости перпендикулярной оси дышла. А еще одной особенностью конструкции тележки является наличие вспомогательного поворотного колеса. Диаметр поворотного колеса 100 мм. Оно имеет возможность отсоединяться от тележки при необходимости. Также от тележки может отсоединяться и само прицепное устройство. Прицепное устройство установлено на дышле с возможностью разворота. И когда используется тележка вручную, оно находится над кузовом и не мешает продвижению перевозчика. Ну что, давай, сынок, толкай. Вот тележка движется как прицеп. Теперь она разворачивается на 180 градусов. И прицепное устройство на дышле раскручивается. Там резьбовое соединение, барашковая гайка. И оно разворачивается на 180 градусов. Потом обратно вставляется болт. И барашковая гайка закручивается обратно, и уже прицепное устройство готово к использованию. Потом на сидении устанавливается предварительно карабин, который висит предварительно установленный для того, чтобы можно было присоединить прицепное устройство. Вот секунда дела, и уже прицеп присоединен к велосипеду. Сейчас мы продемонстрируем ходовые качества тележки. Как видите, тележка очень маневренна и довольно устойчива в движении. После того, как велосипедист закончил движение, он останавливается и производит отсоединение тележки в обратном процессе. Все, теперь тележку можно использовать в ручном варианте снова. При этом необходимо развернуть прицепное устройство. После этого тележка снова готова к использованию в виде как тележка, не как прицеп. Все.